Здравствуйте, уважаемые селяне. Хочу поделиться с вами небольшим репортажем о клочке дороги после Андана. Красивая дорога, которая ведет в люк от Андана, но злосчастный клочок, который знаком до боли каждому автомобилисту люкскому, а также селянину, почему-то остается каждый год неотремонтированным. В лучшем случае вот так вот грейдером разравнивается вспученное по весне асфальтовое покрытие. И всего лишь. Великолепная дорога с соснами и лиственницами вызывает одно сожаление. Так вот, хотелось бы закончить свою мысль. Казалось бы, живем мы в 21 веке, а бездорожье нас преследует в России всю жизнь. Без конца и края. Либо в самих населенных пунктах, либо подъезжая к этим населенным пунктам, как будто крест какой-то на нас лежит. Я думаю, ответы на эти вопросы знает администрация Завьяловская, знает администрация Удмуртской республики и руководство республики. Хотелось бы жителям села Люк услышать ответы на поставленные вопросы. Куда же все-таки уходят деньги, которые мы платим в бюджет, как предприниматели и как водители, транспортники на содержание дорог? Всего доброго. С вами был селянин. Пока. Подъехал.